Крымском федеральном прошел открытый лекторий одного из крупнейших работодателей полуострова. Сотрудники комплекса «Мрия Резорт энд Спа» поговорили со студентами о поиске своего призвания в жизни, особенностях работы в сфере гостеприимства, а также новых вызовах цифровой революции. Лекции прошли в рамках факультативной недели. Для обучающихся это возможность познакомиться с потенциальным работодателем и узнать о своих карьерных перспективах, а для компании – привлечение молодых специалистов и создание долгосрочных партнерских отношений. Сотрудничество будет, безусловно, развиваться. Это у меня сомнений не вызывает, ну, в том числе потому, что и сам отель – это огромное предприятие многоплановое. Ну и самое главное, что здесь очевидны плюсы от такого взаимодействия, в том числе и для Крымского федерального университета. И для обсуждения этого взаимодействия состоялась проектная сессия. Руководители комплекса и университета представили совместные реализованные проекты. Среди них – школа официантов, конкурс проектов для ландшафтных дизайнеров КФУ, участие в Open MRI и многие другие. В перспективе студенты всех направлений смогут освоить дополнительную профессию с последующим трудоустройством на площадке отеля. Мы точно вместе с Крымским федеральным университетом создадим новые площадки для того, чтобы каждый студент мог применить свои полученные теоретические знания на практике, как в МРИИ, так и на других площадках. Поэтому нам предстоит большой путь совместный. Кроме того, участники встречи подняли вопрос создания совместной площадки, которая будет готовить специалистов для сферы гостеприимства. А также обсудили возможность проведения МРИИ различных исследований с использованием научно-практических ресурсов вуза. Крымский федеральный университет и МРИИ Resort and Spa – это уже единая история. Наши истории сплелись еще 3 года назад, когда по поручению главы республики мы стали шефами для Крымского федерального университета. Сегодня это 2 огромные ресурсные базы, и мы готовы включаться и взаимодействовать не только с преподавательским составом, но и с наукой, со студентами. В ближайшее время начнется составление дорожной карты. Дирекция всех структурных подразделений и филиалов КФУ и руководители комплекса внесут конкретные предложения и запросы для расширения дальнейшего взаимодействия. По итогам встречи Крымское отделение Российского общества знания, работа которого тесно связана с вузом, и МРИИ Resort and Spa подписали соглашение о сотрудничестве для реализации просветительских программ и проектов. Одна из плоскостей, где может быть сотрудничать Крымский федеральный университет и МРИИ, это просветительская деятельность. И вот как раз-таки в канун начала учебного года университет активно принимает участие в таком большом федеральном проекте, как «Поделись своим знанием». И непосредственно эксперты от МРИИ также стали у нас лекторами, где они рассказали о своих тонкостях индустрии гостеприимства. Крымский федеральный в сотрудничестве с МРИИ реализовывает различные образовательные программы. Студенты вуза каждый год проходят практику в отеле, а выпускники находят здесь постоянную работу. Тем временем флагман индустрии гостеприимства приглашает КФУ в масштабные проекты и конкурсы. Елизавета Черкашина, Сергей Мельник, пресс-служба Крымского федерального университета.